Дорогие женщины, мамы, бабушки, сестры, племянницы, внучки, дочери, я хочу от всего сердца поздравить вас с этим прекрасным праздником. К сожалению, сейчас не весна, на улице мороз, но у нас в сердце всегда есть весеннее настроение по отношению к вам. И если уж говорить о том, какая наша страна, а она великая страна, великой ее делаете вы. Потому что самое большое достояние нашей страны, самое большое богатство – это вы, дорогие женщины. Мы вас любим, ценим. Я хотел бы пожелать вам, чтобы не только в этот день, но и всегда ваши мужчины говорили вам слова благодарности, слова любви, чтобы вы чувствовали, что они вас заботятся, чтобы в ваших семьях было все хорошо, чтобы вы знали, что вы лучшие, лучшие в мире, лучшие в семье. Вы – самое дорогое, что у нас есть. Поздравляю вас, желаю здоровья, счастья и благополучия.